В нашем видео сегодня очередная фоторамка. Фоторамка такая в виде коллажа. Здесь изображение 10 на 15, сюда вот фотографии подойдут. Конечно, есть люди, которые уже забыли давно, что такое бумажная фотография и зачем она нужна. Есть множество различных носителей, гаджетов, форматов и так далее, в которых можно сохранять свое изображение. Но, как ни крутите, все-таки наглядная фотография, бумажная фотография, которая будет висеть у вас дома или в офисе, или в другом каком-то помещении, в общем, заменить ее чем-то сложно. Тем более вот такая вот рамка, которая сделана из дерева. Сюда можно вставить 6 изображений самых интересных, скажем, кадров или моментов вашего пребывания где-либо, там в отпуске, какого-то мероприятия. То есть применение ей найти, в принципе, очень просто. Сделана она из дерева, заменять фотографии очень просто, тоже вот эти вот штуки отгибаются, вот, очень просто отгибаются, вынимается вот эта вот задняя часть, ну и в общем-то все, поменяли обратно и загнули обратно, то есть вот даже сейчас на видео он показал, что это делается буквально за считанные секунды. Повесить можно, в принципе, за вот эти вот два кронштейна фотографии, которые тоже, в принципе, можно поменять их местоположение каким-то образом, как вам удобно, то есть, чтобы не уродовать стенку, можно что-то изменить, сместить их. В общем-то, такой вот фото, такой трансформер. Вещь удобная, именно для тех моментов, о которых я сказал выше. У нас есть различные вот такие вот фотоколлажи, рамки, в которых больше, меньше изображений, тут уж на ваш выбор. Пожалуйста, заходите в наш магазин «Купи сувенир», выбирайте те фоторамки, которые подходят именно к вашему случаю, именно вам. Спасибо.